Принял, обыграл, подстроился и забил. Этот ювелирный гол для Старомариевки стал не последним, но очень важным. В атаке находится Старомариевка. Постепенно разворачивается атака левым флангом. Вот и мяч в сетку попадает. Это четвертый мяч в воротах Бишпагира. 4-1, Старомариевка впереди. А вот этот гол уже стал победным. Однако Бишпагир смог отыграться в следующем матче со второй командой хозяев. Встреча завершилась поражением Старомариевки 2-4. Тут уж ничего не поделаешь. Победа, что называется, на классе. И проигравшие это понимают. Проиграли 4-2. Не хватило мастерства. Пропустили в первом тайме 3 гола. Могли выиграть, но не повезло. Сложный матч был. И соперники хорошо играли. Нам чуть не повезло. Не забили много, они все забили, и все. Пока футболисты бились на траве, на соседней площадке девушки дали бой парням в баскетбольной дуэли. Женская команда из Бишпагира начала матч активно и вышла вперед, но парни из Старомариевки все-таки отыгрались. Боролись до последнего, вот, поэтому даже некоторые мячи у нас залетали в кольцо, забивали мы, поэтому понравилось очень. Мальчики достойные соперники. А мне кажется, ли еще у парней было преимущество? Они играли с заменами, а вы без замен? Да не думаю. Мы сами, вот, девочки, занимаемся легкой атлетикой, поэтому нам не тяжело просто. На этих соревнованиях команды разного возраста и пола. Все-таки это дворовые игры. Мы не привязываемся к возрасту. Наша основная задача – это вовлечь ребят в спорт, популяризировать спортивную жизнь для того, чтобы ребята могли проявить себя, занять себя в период летних каникул. Организовано все на высшем уровне. Есть арбитры и даже скорая помощь. Все-таки футбол и баскетбол – это контактные и травмоопасные виды спорта. Завершить сезон медалями желают Герман Кудьяров и Владимир Ковалец. Ставропольское телевидение.